Мы сегодня приехали в банкетный зал Маки. Здесь проходит выставка раздачи бездомных животных. Вот сейчас сходим на эту выставку, посмотрим. А вот наш мальчик в клетке. А в клеточке они здесь были вдвоем, но вот одного мальчика с утра, прямо в самом начале выставки, сразу забрали домой. Вот остался один. Это тиграша, это да. Она, да? Это я. Красавица. Скажи, какая ты красавица. Тиграша. Скажи, какая ты красивая. Ты лапонька. Иди ко мне. Красивая такая. А, тигруша, я ее тиграша. Тигруша. Хорошие, да? Глазки такие. Давай, ты моя золотая. Кошками от меня пахнет, да? Кошками пахнет от меня. Хорошая ты какая, господи. Ой. А его тоже пристраивают? Или это Нет, ваш? Это мой. А, это ваш лично, да? Да. И как он живет? Прямо в квартире? Да. Да? Сильно хулиганит, нет? Ну, шалит. Провода пытается погрызть. То есть приходится следить за ним. То есть в клетке все-таки держите? На балконе. На балконе? Ну, клетка – это вариант, то есть когда он на балконе шалит ночью, я его в клетку забираю. А он у вас прям с маленького щенячьего возраста, да? Надо же. А вы его где-то подобрали или как? Выкупил. Как случилось? Выкупил. А, выкупили, да. Это мальчик? Мальчик. А
возраст какой у него? 9, 10, 10. Да? Ну, надо же. Лис. Лис? То есть, а вот по содержанию он ближе к кошке или ближе к собаке? К хорькам. Даже к хорькам ближе, да? Хорек, кошка, ну такая. Ага. А корм натуральную пищу, да? Нет, корм. Корм специальный? Как обычный собачий. Обычный собачий, да? Ну, им обыкновенно, конечно, не подойдет, нам то супер премиум все такие. А, ну понятно, да. Ну, может подержать. Отцепись только на секундочку. Красивый. Красивый. А ничего, что у меня собака? Нижний лапки, ладно. Ладно, не нервничай. Да лучше они нервничают. Да бывает, люди просто не могут за это лапу. Ребенок.